Ну, тяжело что-то говорить. Результат совсем не тот, на который мы рассчитывали. Мы ехали сюда только за победой. К сожалению, то, что задумали, то, что тренерский штаб нам говорил, у нас не получилось это исполнить вживую, ну, на футбольном поле. Но все равно мы старались, все равно создавали какие-то моменты, да, не все получалось. Но хорошо, что в этих реалиях мы вырвали ничью и, как сказать, чуть-чуть подсластили, что ли, если можно так сказать, какой-то отпечаток есть, все равно негативный. Но мы старались, не опускали руки, и нам это воздалось. А как оценишь вообще игру Нафтана? Ну, неплохая команда. Она только вышла. При первой игре в высшей лиге за долгое время при своих болельщиках было понятно, что они будут стараться максимум выжать из этой игры. Но все равно эту команду мы должны были обыгрывать, но, к сожалению, имеем то, что имеем. Ну, как я уже говорил, что не все получалось, то, что мы планировали. Тяжело. Мяч, поле своеобразно не то, где мы тренировались все это время. Мяч ходил очень быстро, и несмотря на то, что был дождь, было скользко, но где-то все равно застревал чуть за счет большого ворса, и не все получалось, что мы планировали. Ну, считаю, очень много нелепых ошибок просто допускали в каких-то моментах, и из-за этого получался такой чуть сумбур. Ну, не знаю, ну, тяжело, честно сказать, после такого результата давать какой-то комментарий. Я не знаю, мы виноваты перед и тренерским штабом, и перед болельщиками. И сейчас домашняя игра с Гродным, постараемся реабилитироваться и сделать все возможное, чтобы победить в следующей игре.